Хлебом с солью фан-клуб портала www.scorps.ru встретил рок-группу Scorpions, которая прилетела 17 марта в Москву, чтобы дать единственный концерт России перед своим грандиозным туром «Get Your Sting and Blackout» в поддержку последнего альбома «Sting in the Tail». Чтобы устроить теплую встречу, фэны приехали в аэропорт пораньше и прихватили с собой музыкальные инструменты. Поклонники прямо в аэропорту подготовили настоящее шоу. Пару аккордов на гитаре, маркеры вместо палочек для барабана, и вот легкая импровизация в честь Скорпионов готова. Небольшая репетиция. Волнение нарастало. Какие же подарки приготовили поклонники любимой группе? Был испечен специальный каравай с надписью «Scorpions». Уже стало доброй традицией дарить эксклюзивные комиксы «Скорпионам». Комиксы о них и их турах по России. На этот раз творческая группа «Scorps.ru» написала самую настоящую сказку о группе «Scorpions». Как мы узнали позже, вся группа была в восторге от этой истории и великолепных иллюстраций. И вот тяжелое ожидание. Инструменты настроены, баннеры развернуты, каждый с букетом цветов. Встречайте, Scorpions! Клаус,
Довольные скорпионы еле унесли все цветы и подарки. Они тепло попрощались со своими фенами и уехали готовиться к концерту, который, в свою очередь, стал подарком самих Скорпионс своим верным поклонникам.